Франция. Я ж себе два раза пизды дал, что ты хочешь еще? Ну так я тебе тоже так дал. Да ты там как Крайск спрятался где-то, четко стоит Да, стоит. чё спрятался? Сам один стоял, никого не было. Ага-ага. А, да. Слил локу, который только начинает пвпшить два раза. Как это так? Я до этого никогда не играл варлоком ПВП. Ну мы сейчас посмотрим. Не буду с панацеей дуэлиться. Он паладин. Паладину на очи не приношу. Как отключить эту дичь из Гезерера? Слав, бабу можно жать? Без баблу, пожалуйста. Почему? Вот единственное, почему я ненавижу всей душой паладина в эту бабл. Он ее прожимает, продолжает тебе играть, а ты вот думаешь, что хочешь. Паладинов, потому что. Я просто их ненавижу. Потому что в пати в ПП 4 паладина, ни одного бафа не висит, при этом они забирают мой, сука, единственный нужный мне предмет, это этот колун. Твари. Или, собственно, еще какую-нибудь хрень. Либо, собственно, весь агр с тебя сорвут, как пидорасы. И все равно не кинут бафы. Да вообще паладины это из чади Альянса. Да. Ублюдки. Как крыс, как голубей их развелось. Нужно их давить. Есть такое. Он специально так разговаривает или у него реально такой голос? Не, у него реально такой голос. Да вы что, это стоит, блин, на звуковой этот программа налаживает. Кстати, да, это Егор, ты теперь звуковая программа. Егор-бот. Егор-бот, да. Не, неплохая аренка так. Где ты рога, пидорос? Ну, нам как минимум для Цума нужен еще один. А вот то, что присты майн-контролем будут сбрасывать, это будет адекватно? Посмотрим, если присты будут. Если присты будут, то пусть это не будет. Не переживайте так особо, вы такие прям пугливые, не знаю. Так, на вот. Ребята, да вам все равно ничего не светит. Что вы, можете даже не лететь. Даже не, потом как-то заработает. Мы летим фаниться. Егор, лечите сразу к бастиону. А я хотел посмотреть. Ну, в смысле, постанешь смотреть. А, единственная проблема... Надо, кстати, обновить подземелье. Саша, кинь мне дуэль. Я обновил. Блять. Вот это да, проблема, согласен. А где не запрещена? Можешь, в принципе, внутри ждать сразу. Вот мне понравилось это вот местечко снизу. Может здесь. Пойдем внизу посмотрим. Можно. Там вон запрещено. Там вот. Да. Да, на камне что-то запрещено. Вот это, вот прям похоже на аренку. А ты, типа, когда карту открываешь, у тебя открывается вся карта, а не зона? Почему зона, когда в зоне находишься? Когда ты на том камне сверху находился. А, здесь мобы. Да похер, налить будут. Да, мобов зальют. Там мобы-то 6. Моб, 354 кусаря. А ну-ка, ща протестим силу мою, готырскую. Не, не мешай, я соло. Соло сейчас сдохнет, смотри. Надо, на, смотри, сейчас сдохнет. Да. Интересно, сколько бьет он?
Немного. Да ну не мешай. На, спасибо. Не, он прилично тебе сносит. Егор, ты где? Лечу. А, ну я внутри уже. Проверить, окей. Это, кажись, не типа мировой босс? Не. А то счет вон странный для моба. Ты там в жизни пососи с него, ты еще сдох. Я только души. О, тут пал подлить. Панацея. Вы траили Мальгаса? Так, ну-ка давай-ка дуэль. Не работает, как я понял. Все, я тут. О! Ну, работает. Ну, здесь тогда будем. Че, у тебя отменяется автоматически? Я отклонил. Или ты хочешь этого? Ну давай посмотрим, да? Камни чай. Тебе надо или нет? Зачем ты кидал? А, ну так го. Тебе ж пригодятся камни. Может уже в шкаф поставим и начнем с самоних людей? Так, кстати, все будет. На шкаф есть эти? Есть. Я пока под Долораном был, я тянул их там. Сева, у тебя на рейд десятку хватает защиты? Пока нет. Ага. Так. Я подумал, чтобы не мешал потом и переставить, но... Угу. Но КД смотрел. Так, я спекнусь. Панацею попробую несколько раз завалить. Так, короче. Так, что бы я с ним сделал? Сюда иди, человек. А куда ты скидываешь? Две минуты, по идее. Да отцепись! Ну, места мало, да и колонн нету. Толк, вот это вот панацея залетит, и вот делай, что хочешь. Просто маг будет кайтить. Без пиларов. Все уже, все. Кажись. Сейчас, вот ромспека у меня ее нету. Здесь будем или может куда-то другое место пойдем? А как вообще будем? До одного вина или как? Mm-hmm.
О, Dungeon Master, ну тут ты тут, да? Да, да. Dungeon Master. Это у него вот ссылка на гачи. Так. На арену, я тут не могу катить даже. Мне что делать вот этот, блядь, паладин? Это мозга нет, говорит, тут, тут яма, блядь, где он прячется. И что мне с ним делать? Да, не, он быстро ресается. Ловите там моба. У меня что-то рекаунт слетел. Вот ничего не показывает. У меня такое часто. Зайди в настройки и нажми переключить. Мне не помогает. Сброс позиции нажми. Остальные там не захотят. Ударишь? Против хан. Против ханка это на удобной для него серии. Ну да, ну да. Труд. Нет, надо только удобное вам. Давай, давай, давай. По-богатому. Егор, догоняй. Да, ты прям спецом это сделал, Слава. Так, ну что, если я готов, я готов. Если он не будет проживать бабл. Подожди, подожди, давай по-честному, вот просто рольнем и все. Будьте ролом, действительно. О, ролла? Ну чё, ну хорош уж нахуй. Ну конечно, давай ролл. Kill me, please. Ну, 93.79. Шумский. Ну Шумский, нет мозга. Отойдите от центра тогда все, мешайте. Да.
Да, как вообще, с этого центра возможно потом вылезти? Да. Всем привет. Ну просто, ну типа да, вот проблема в том, что трудно вылезти. Эта дырка будет руинить сильно. Да и моб, который будет, будет давайте вылезать. Я попробую первый, давайте. Готов? Нет. 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 Давай, да. Так. Предлагаю, чтобы не занимать место, летать. Опа. Так. Затаунтил, затаунтил, затаунтил. В комнату не заходи. Да. Ты их кинь в восьмую пати, вот, чтобы они не ролили. Ну, чтобы как бы первый турнир, потом во втором пускай ролит. Так. Ролим, да? Это бачи. Да панаце, ну почему? А не, фух. Слава, это я, бачи, зашел. Я как зритель, это в призовой фонд добавишь. Леша и Цака, данжмастер. Не, типа панацея и данжмастер. А. Что, разойдетесь, парни? Уйдите из центра. Отойдите из центра. Маунтов, сядьте на маунтов, поднимитесь вверх. Ну давай, готов? А. Кош, ты. Да. Да, да, да. А я упал. Упал. Мобов где всех зачистить? Я вниз упал. Я заберу крипа. Да. Уже ничего не значит. Так, предлагаю еще раз редуэль, потому что выходит от поединка. Давай, давай еще раз. Пойдем куда-нибудь, отлетим. Я думал, тут можно пройти, типа, вчера не придешь. Не хватает дамага, да.
Неплохо. Почти. Тут отлосок нигде. Давай, кидай. Ну, ролл кидайте, чалите. О, о! Ты, Пати, дай мне, пожалуйста. Пати, туда тебе. Ну, как всегда, блядь. Там... Ты кто бился уже, ты нас скинь куда-нибудь в другой пати. Ой, в смысле, это вниз опусти, чтобы мы опять между собой не дрались постоянно. И рогу добавь. Сейчас, Лёха, ты где? Ну-ка. Это была самая очевидная дуэль. Так, ну, посмотрим. Ну, сейчас попробуем. Это считается? Да, не заметил, а то палец, палец. Мне не понравилось. Да в смысле? Я просто не заметил, что началась дуэль, алло. Да он просто стоял. Я... Не, давайте заново. Алекс, разъеби его. У меня макрос. Надо было бабу разбить. Сука, гол же, давай, сукоби, ёбаный, брат, ты открываешь. Он, смотри, я тебя поделил. В седьмой те, кто победили, в восьмой те, кто проиграли. Не, я понял. А потом пало как раз все мои персонажи.
Минус сервер? Минус сервер. Ну, успели хотя бы немного. Ну, гайдик посмотрю. И потом зайдем, продолжим. Там буквально, я не знаю, минут 20, полчаса еще. Хороший логин и довольно большой пароль. Всем советую такие вот аккаунты с такими вот паролями. А то вот помню мой старый. И могу его только помнить. Вот, а назови, какой у тебя логин и пароль, чтобы мы сделали? Говорю, назови, пожалуйста, логин и пароль, как, чтобы мы такой же делали. Лёх, перейди в рейд, короче. Сейчас. Заходите. Что там пускает, нет? Да вроде бы, да. Егор? Да. Да. Заходи. Почти. Получается, у нас все 7 участников подуэлились. Ну, как-то странно. А, их 8 вообще получается. 8 участников. Так, и у нас сейчас нет мозга и Ероикин будут биться. У Ероикина одна победа, у нет мозга одно поражение. Так, победы у нас у Панацеи, Ликса, Ероикина и Шумского. Интересно, Рога разделает Шумского. Победа у тебя одна. А зельки можно пить? Слава. Какие? Ну, на СПД, на ХП, на АП. Или чисто на селфах деремся? На селфах. Если ты алхим? Я не знаю, если алхимик, то на 100 севера то можешь выпить. Ну а так, я бы сказал, мы не в рейде, чтобы зелье пить. Понял, хочешь окей. Пей, хочешь не пей, какая разница. Тут все равно скилл решает или класс, антикласс. Так, кто-то не зашел еще или как там? Кому надо пати, плюсуйте в гильдию, сейчас пати дам. Да. Да, папа. Ликс. Ты где? Я чё-то тебя не вижу. Я прохожу до босса. А, не, забей. Проще обновить будет. Окей. Замели, да.
Да это бесполезно. Пока... Ты что, можно расходиться уже? Так, а что, ДК можно убить? Так, по-моему, тут все очевидно уже. Киньте меня в рогу на ДК. Да я готов. Банжмастер. Да-да-да. Пойдемте в воду, я посмотрю, как вы меня там убьет. Мага, конечно, расскажешь. Все такие крутые, пиздец. Триньканул, триньканул. Пиздатыка. Удачи, мужик. Нет. Гибрид. Ну это руга. Там не все равно, просто хотя бы, чтобы в ПВЕ челик был одет. А то я ж тоже сам в ПВЕ одет. Нету смысла просто драться против того, у кого... Да, я... Мне любого просто. Кто не одет в ПВП и все. Ну типа, или там несколько шмоток. Давай, погнали, Ярик, давай. Давай. Шумский. Да, все верно. Да, 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 сейчас я ему кину. Где ты? Ты готов, Ярик? Ярик, да, готов? Да. Не летайте в них. Вообще взлетите. Ой, как ты кританул, блядь! Ай-яй-яй, это было жестко. ГТ, закатил. Яра, это вообще вот прям...
Ну, ошибка была, Шумский. Нельзя так циклонить. Ой, это еще нельзя так хилиться. Ярик, ты не... Олеша, ты его недооценил, короче. Да там крит влетел. Я только что же. Давай, вон, Еройкин хочет против меня. РВР? Давай. РВР, так РВР, поехали. Да там Еройкин хочет против меня. А нет, он там до конца... Еройкин хочет против медведя. Готов, Еройкин? Поехали. Это изи луз. У меня нет таланта на инвиз, но обнаружение. Я это видел. Флага будем. ГДК, слушай. Гибрид. Гибрид ДК. Ну так да, точно тоже. Гибридом в бладе. Гибрид, это без гарги, но с блад талантами. А смотри, 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 что творит. Расслабился ДК. Да отойдите с площадки, там прыгай. Кек. Блядь, да ладно. Минус форма. Ой, блядь, как вовремя этот гриб подлетел. Народ. Всем ну, давай, уже. Сова сейчас залетит. Ваша сова, у вас много. Так, погоди, у него же есть тринкет, да? У него есть все, он ПВПшер. Ну, типа я ПВЕ, ну да пофиг. Так, что бы я с тобой сделал? Он даже настой выпил. Таня, это просто Unreal был. Если бы он был не ПВП-пал. Он под крыльями чистой возбреет сейчас. Да, давайте там не бегать, мешает смотреть. Бегай. Nice, пал. Он изгнание дал, да и все. Боже. Давай я с ДК подерусь. Да. ДК убей панацеюза. Вместо меня, пожалуйста. Пал не убьет. Пал не убьет ДК. Он по мане сегодня быстрее, чем... Да, плюс он с холи печатью, так что проблем не будет. Секси Диджи, ты можешь отойти от них? Алло, сухо поехали. ДК, ты бы меня не убил, у меня еще ревностный 8К, не переживай.
Я уже уплачен. Нет, пока еще. Да. Сейчас она будет унижать паладина, да? Ханта пусть идет. Только я ПВП. Ну, можно против паладина? Только я ПВП шмотю. Давай начнем ДК. По нацепи. Не успел. И вот вопрос, почему же я не люблю паладина? Подожди, давай еще разочек. Вот так. Нет, нельзя так. Ну давай сякай. Ну давай сейчас посмотрим, вот прям три луза подряд, вот этого я хотел всю мою жизнь. Так. Ну вот начинается самодеятельность какая-то, блядь. Ну что, прилетели вот стоять, смотреть? Не, я вообще не жалуюсь. Да нет, я вот про ребят, которые там в дуэли устраиваются. Что за фигня? Он даже не откидывает. Ну я два раза попал, он даже не откидывал. Я тебе два раза попал, тайфун он тебя не откинул. Подожди секунду. А мне, я тебе не дам лишнюю победу, иди давай. Чел, ты че без собаки лол? Против мага без я собаки? Я его призвал дуэлишь. Так-то. Все. Не-не-не, я проиграл, мне тупо не откидывал его. Я два раза попал в него, он даже не отошел ни на шаг. Она взяла. Ну тут вроде смысл, что все со всеми побьются, а потом уже определяется, кто на кого выйдет. А не то, что одни с одними, блядь, 6 раз будут бить. Да-да-да. Да-да. Ну давай. Thank you.
Так, у него не окачанный инвиз фликса. Так а нахер не дает, кидаешь? Да у него проблемы какие-то. Там панацею надо уничтожать. Так одни и те же что-то дерутся, и Ройкин уже пятый раз что-то дерутся. Я еще не дрался ни с Ликсом, ни с Данжмастером, ни с Тякой. Первую паладину проиграл, вторую ДК выиграл, третью Рогу выиграл. Я три раза дрался. Давай. А, ну у Ликса спрашивайте, у Ликса спрашивайте. Мне вообще... Ну, давай. Мне с Ликсом, с Данжмастером, с Тякой. Я еще с ними не дрался. Вот трое. Я три раза подрался, два проиграл, один выиграл. Вот как раз еще три человека. Почему она не попадает по нему? Да, он под панцирем откидывает, смотри, вот. Просто дай мне дуэль, я покажу. Да вот, мы стоим. Прожми панцирь. Вот. Под панцирем она откидывает. Но есть хер... Нет, у меня все в порядке пока. А почему вы не решили поехать на гранд? На арене там. Все, Ликс, ты готов? Я да. Все, давайте, мы стартанули. Просто здесь там. Есть неровности, из-за которых он, наверное, скорее всего, не попадает по нему. Не дрался, любой, кто хочет давать. Понял, я залагал. А смысл да. Постоянно... Ну давай я против ханта. И да. Вы можете подняться, пожалуйста, отсюда? Давай, умирай, давай еще раз. Давай, как будешь готов, кидай. Посмотрим. Не-не, у него залагало. У него залагало. Да. Давай, как разлагаешь, кидай. Я готов. Все. Что, давайте я на роге против медведя. Ой, легкий. Давай. Помнишь, как против меня драться, Лех? Да, помню, не переживай. Давай. Разойдитесь, ребята, отойдите, пожалуйста. Поехали, Лех. Толстая туша чисто. Давай ДПСик свой, жаба. Пошел. Хорош. О, 10 секунд покури, мужик, покури. Давай. Я же не спешу с тобой. Алексей, да, я вас жду. Жди.
как минимум. Да, я говорил, что я фул ПВП. Не-не, я все без меня. Мозга нет, все. Да, я уже улетел. Балаган просто. Все кричат что-то. Я. Хуя, блядь, нахуй это надо. Ну давай. Это сложно без этих, без пиларов. Да, первый. Ну, первый один лус у меня. Он выбил меня автоатакой. Не, без колонны. Может. Мне кажется, это плохая идея. Я думаю, да. Я же говорил, это плохая идея. Не знаю, ну кто хочет. Ликс. Можно с Ликсом попробовать. Понял. Ладно.
В смысле? Там же летел копье, что за хуйня? За спину прожигу. Друид, когда даешь стан, кастуй сразу смерч. Проще будет отбежать, захилиться. Ну, давайте попробую с друидом. Раз уж сливать, так сливать всем. Варлок. Да-да-да. Так, я курсу стан фулл поэтому. С тобой хочешь или с медведем? И с тобой, и с Мишкой, с всеми, давайте. Сова фулл ПВП там. Всяко, фир, стой, больше фира. Да не, все. Эх. Давай, вызывай суккубу. Тяка, слушай, смотри, даешь шифе, то есть стан, кастуешь фир, раскастовываешь, даешь койл, потом даешь, блядь, сало собаки. Понял? Потом как ты сам научусь. Медведь такой. Так, а куда тут? После первого чаржа сразу в портал уходишь и лосаешь. Ранжу разрываешь. Так, Херойкин еще остался. Сюда иди, давай. Я с панацея подерусь на медведя. Херойкин, дай выиграю. Давай. Да, да. Так, все. Сова хочет. Вылетел. Там еще сова хочет подраться со мной. Кто, панацея с медведем? Кидай панацея. Да тут я, тут я. Я с совой хочу. Ликс.
Ну, если он не против. А зачем ты кидаешь? Мы же уже дрались. Ну, типа, кидайте тем, с кем вы не дрались, и все. Какие-то старфол нажимать. Ну, пусть справится. О, за 10 километров. Какого желания жгу? Не, я в лес вообще не пробивал, ни одного крита вообще не было. Да отъебись ты ДК, блядь. Это не особо. Я могу с ДК. Почему он меня вскрыл?
без разницы. Давай, не дрался давай. Еще просто, с кем не дрался, да и все. Ну, с ДК я уже дрался. Ну, мы все уже со всеми дрались. Шакита, не, я с Данж Мастером не дрался. Правда, мне не жизни дрался. Нет. Да. Да, но у него хп нет. Так у него хп нет. Да как бы я уже проиграл эту последнюю. Он уже проиграл последнюю. А, ну, ой. Зови Сукубу там. Иди портал поставь, Сукубу поставь, подготовься. Давай. Последний шанс. Вот Леху, давай, Леху, 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 вот прям должен сейчас забрать. Самоуверенность это то, что мне не мешает никогда. Чего у тебя Сукуба не в инвизе? Ну ладно. Итак, предлагаю ему выйдет бан за большой урон. Дай хоть Сукубу призову, я тебе дам откидашиться. Давай, давай. Да я не знаю, в инвиз убери Сукубу. Да я понял, я просто не знал, что у него вообще инвиз есть. Вот. Так, все. Ой. Это специально под седактом. Видишь, я стою, а он в ступени. Не-не-не, зачем? Он уже умер. Ясно.